Проект Recoil, он непостоянный и недолговечный. С помощью него я просто коротаю время до нашего следующего альбома Depeche Mode. Я как та самая рабочая лошадка, трудоголик. И когда Depeche Mode взяли годовой отпуск, я просто взял и вернулся к своему проекту Recoil. В тот момент я не испытывал потребности в отдыхе, и мне не нужен был перерыв. Лучшим решением в такой ситуации для меня было пойти в студию и немного поработать над своей новой музыкой. Но это так, если говорить в общих чертах. На самом деле он в полной мере заслужил этот годовой отпуск. Для него, как для клавишника Depeche Mode, 90-й год стал годом большого триумфа. Вот уже 12 лет Depeche Mode входит в число наиболее популярных музыкальных групп. Но иногда желание заняться сольным проектом перевешивает все остальное. И тогда появился Recoil с пластинкой Bloodline, где Алан Уайлдер экспериментирует с электропопом и синтезаторными звуками, хоть и не столь запоминающимися, как хиты Depeche Mode, но и недалеко от них ушедшими. Очевидно, что между Recoil и Depeche Mode есть что-то общее, по крайней мере в том, что касается звучания и настроения песен. Хотя я думаю, что мои песни немного мрачнее, и я также добавляю темноты в музыку Depeche Mode. В целом трудно сказать, кто на что влияет. Наш подход к работе, он довольно необычный. Точно и не скажешь, кто какой вклад вносит в создание музыки Depeche Mode. Мой подход сильно отличается от всего этого. Мартин пишет песни для Depeche Mode довольно консервативным способом. Как правило, он сочиняет музыку на акустической гитаре, и его песни строятся на традиционной основе. Это куплет, бридж, припев. Как работаю с музыкой я? Я просто собираю большое количество отдельных звуков и смотрю, что из этого может получиться. Bloodline — своего рода альбом, выпущенный музыкантами Mute. Это связано с тем, что Алан Уайлдер смог привлечь для записи пластинки своего коллегу по лейблу Дугласа Маккарти из Nitzer App как вокалиста для некоторых песен Recoil. Но чтобы сделать проект еще более разнообразным, Алан пригласил для работы и других музыкантов, например, Тони Хеллидей из Curve и Моби, парни, который выпустил хит Go. Мне было нелегко сотрудничать с новыми исполнителями, потому что я уже привык к работе в команде Depeche Mode. У нас довольно сформировавшийся коллектив. Мы неохотно впускаем в наш рабочий процесс новых людей. И лично я побаивался этого. Но не по этой причине я выбирал певцов из похожих на нас команд. Это, скорее всего, случайное совпадение. Просто так получилось, что люди, с которыми я знаком, мы с ними все одного поля ягоды. Подписывайтесь на мой дзен-канал «Макс Шелленберг», где я регулярно публикую свежие видосы о группе Depeche Mode в русской озвучке. Старые интервью, сюжеты, и там же я публикую фрагменты аудиокниги о биографии Мартина Гора «Инсайт». Дзен-канал «Макс Шелленберг». Подписывайтесь.